The last session. Nubda tos hindu sane. Anu tomar an tambung e ma ji she changwa di kazan di tun di. Bija re tambung e liya kazan luju she a che ma luju history. History wa kaz toz ji she. Lasong. Den di je liya dini jue ti di kazan. Миджи дози джу ги ти ди муту шу. Ласан? Ин ди джи ли а ди ни гаржу ве ди гаржу ве ту джи че шу ару бачи. Ци ка ше чи че. Ласан? Ди ни цар ги. Ласан? Ин гамал ка джин че сунь а ди цо джин ше ару ва ла. Ласан? Чо ран ра ме ди. Good morning, everyone. Доброе утро всем. Кажется, его святейшество сказал доброе утро. Если нет, то я скажу. It's okay. It's good. Все нормально. I want to say. Я тоже хотел сказать доброе утро. So, we're coming to the conclusion of our program together here. Мы подходим к завершению наших учений. Yesterday afternoon. Вчера у вас была возможность получить учение от Дардзонга Ринпоче. Он даровал вам очень глубокие наставления по дхарме, и я очень этому рад и хотел бы поблагодарить его за это. Что касается наших учений сегодня утром, то я уже говорил, что хочу рассказать немного об истории практики Чёд и о жизни Мачи Клабдрон. Так что мы начнем наше заключительное учение с этой темы. А потом
Я вернусь к наставлениям восьмого кармапы, Микьё Дорджа. По семидневному ретриту по практике чёд. И затем, в заключение, я скажу несколько слов благодарности, и на этом мы закончим. So as we acknowledged previously, Chö is как мы говорили раньше, a branch
Чод — это ветвь более обширной традиции Шидже, или умиротворения страдания, одной из восьми великих линий практики. Мы также упоминали, что традицию чод можно разделить на две линии — по-чод и мо-чод, или мужской чод и женский чод. Как мужской, так и женский чод дошли до нас благодаря индийскому наставнику Падампе Сангье. Что касается самого Падампе Сангье, то иногда утверждают, некоторые утверждают, что это был тот же человек, что и Бодхидхарма, мастер, принесший учение Дхармы из Индии в Китай. В Китае Бодхидхарма известен как основатель традиции дзен. Слово «дзен» по-тибетски означает «самтен», то есть медитативное сосредоточение. Очень сложно утверждать что-либо по этому поводу, поскольку жизнь великих махасидх не поддается обычному описанию. Бывало так, что махасидха демонстрировал свою смерть в одном месте, но затем вдруг появлялся в другом месте целым и невредимым. Поэтому довольно сложно обычными способами проверить правильность их жизнеописаний, и из-за этого возникают трудности с изложением истории их жизни достоверным образом. По этой причине мы не можем быть уверены в том, что Падампа Сангье был тем же человеком, что и Бодхидхарма. Если взглянуть на хронологические рамки, на даты жизни, приписываемые Бодхидхарме, то нам трудно утверждать, что Бодхидхарма — это тот же человек, что и Падампа Сангье. Говорят, что Бодхидхарма был связан с традицией боевых искусств Шаолиня, а также с традицией дзен. С традицией дзен был также связан другой китайский мастер, известный тибетцам под именем Хашан Махаяна. Тибетцы иногда называют традицию Хашана Махаяны воззрением Хашана, что совершенно неверно. Традиция Хашана — это традиция дзен, или чань. Похоже, что китайское слово «хэшан» означает «кенпо», «настоятель». Иногда в текстах оно переводится как «кинпо». Однако сейчас «хэшан» скорее означает «монах». В любом случае, неверно называть эту традицию традицией Хашана, потому что он следовал традиции чань или дзен. А утверждение, что Падампа Сангье был тем же наставником, что и Бодхидхарма, не столь достоверно или не очень доказуемо.
Известно, что Падампа Санге посетил Тибет 4 или 5 раз, и о его жизни и деяниях сохранилось много преданий. У нас нет необходимости останавливаться на них сейчас. Вместо этого мы обратимся к жизнеописанию Мачик Лабдрон.
Actually, before we get to Majjhig Labdra, a few more. Прежде чем мы перейдем к жизнеописанию Majjhig Labdra, еще немного о наставнике по имени Хашан Махаяна и связанном с ним буддийским воззрением. Of course, the commonly or the general understanding that we have of the history of the spread of Buddhism. Согласно общему пониманию истории буддизма, распространение буддизма из Индии в Тибет происходило иначе, нежели его распространение из Индии в Китай. I think if we look closer into this issue, that we can see. Однако я считаю, что если мы рассмотрим этот вопрос внимательнее, то увидим некоторые доказательства того, что буддизм проник в Тибет из Китая еще до того, как началась основная волна распространения буддийской дхармы из Индии в Тибет. So, for example, we see in the history of the Dharma King Songtsen Gampo. Например, мы знаем из истории жизни правителя Тибета Сонгцена Гампо, что он привез великую статую Джова в Лхасу из Китая. He also invited a princess. Он также пригласил из Китая в Тибет принцессу. And I think that these things are in some ways Я думаю, что отчасти эти факты являются показателями того, что буддизм пришел в Тибет из Китая до того, как началась основная волна передачи учения непосредственно из Индии. This is just my
Я лично думаю, что времена, когда Сангцен Гампо привез статую Джова в Лхасу и построил первые монастыри, эти времена можно считать началом распространения буддизма в Тибете. И тогда, в VII веке, оно происходило под влиянием Китая. Around the 7th century. So at the time of the, it seems that at the time of the master who came to be. Похоже, что наставник, которого тибетцы называли Хашан Махаяна, был учителем или монахом традиции Чань, дзен, которая в то время имела много последователей. Примерно в то же время дхарма начала непосредственно передаваться в Тибет из Индии. И похоже, что со временем между этими двумя традициями возник конфликт философского характера. Это произошло во времена правления царя Дхармы Трисонга Дзен. Наглядной демонстрацией этого конфликта стал получивший известность философский диспут между индийским учителем Камалашилой и китайским монахом, которому тибетцы позднее дали имя Хашан Махаяна. Сомневаюсь, что был всего лишь один монах, который придерживался этого воззрения, относящегося к традиции Чань. Скорее всего, было много практикующих, разделяющих эти взгляды. Вместе с этим шла волна распространения дхармы из Индии, начавшаяся во времена царя Трисонга Дзена. Между этими двумя традициями возник конфликт философского характера, который и вылился в диспут между представителями двух групп. И тогда этот ученый Кенпо, монах, ученый-философ по имени Хашан Махаяна потерпел поражение в этом философском диспуте. Тогда правитель Тибета Сангцен Гампа принял решение в пользу распространения в Тибете традиции, принесенной напрямую из Индии. Он стал распространять именно ее. Then also, actually in the old time, in the Tengu, на самом деле в прошлом Тенгюре содержалось много текстов, составленных учителями традиции Чань или Дзен. Но сейчас они не входят в Тенгюр. Их изъяли. Скорее всего, их изъяли оттуда по решению настоятелей монастыря Сангпу, который был первым монашеским колледжем, Шедрой, в Тибете. Один известный настоятель Сангпу составил обширный список текстов.
He composed one index. Inside the index, they have lots of the, you know, the business menu. Titles of texts. Yes, they're like this. And also, I saw one, the Jamakinze Wangpo. He's, you know, также я когда-то читал труд Джамьянга Кхинцэ Вангпо, в котором он утверждает, что воззрение традиции дзен относится к линии Махамудры. So, Jamyang Khyentse Wangpo in his writings. В трудах Джамьянга Кхинцэ Вангпо говорится, что воззрение традиции Чань в некотором символическом смысле сходно с воззрением Махамудры. Это не прямое изложение воззрения Махамудры, of the view of Mahamudra, но символическое. It is a symbolic expression of the view of Mahamudra. I think there have some connection between Zen tradition. Я думаю, что между традицией дзен и традицией Махамудры существует связь. That we need to understand. Мы должны это понимать. Because sometimes the Tibetan, the потому что иногда тибетцы думают, что воззрение традиции дзен это неверное воззрение, неистинное. Maybe that is because they, because of that time, the Kamala Shila, the Cambodia, what is because of. Eventually what happened, of course, was that, you know, Kamala. Наверное, это связано с тем, что Камалашила был объявлен победителем философского диспута, в результате чего правитель Тибета выбрал в качестве главного направления буддизма в Тибете традицию дхармы, которая передавалась напрямую из Индии. И именно это направление и получило развитие в Тибете. Как следствие, люди стали думать, что воззрение, которое отстаивал Хашан Махаяна, было ложным. Однако, возможно, дело было вовсе не в том, что само воззрение было ложным, а в том, что человек, который его защищал во время диспута с Камалашилой, не смог правильно его объяснить, и поэтому проиграл диспут. Возможно, все дело не в самом воззрении, а в представляющем его человеке. Нельзя отрицать такую возможность, что он не имел ясного представления об этом воззрении, и именно поэтому не смог отстоять его в диспуте с Камалашилой. So on to Machig Lapdrim now. Теперь перейдем к жизнеописанию основательницы традиции Чод Мачиг Лабдрон. Мачиг Лабдрон родилась в Южном Тибете, в местности под названием Лап. И поэтому ее зовут Лабдрон, светоч из Лап. Мы не будем углубляться в подробности, называя имена ее отца и матери. Скажем только, что она родилась в XII веке, в
1149 году. Magic Labdrin displayed signs of great intelligence. С ранних лет Мачик Лабдрон начала проявлять необычайные умственные способности. Так, когда ей было всего 3 года, она начитывала мантру Авалокитешвары «Ом Мани Падме Хум». И мантру всех дакинь «Вам Хари Ниса». Делала простирание перед изображениями божеств, проявляя великую веру и преданность Дхарме. Когда Мачик исполнилось 5 лет, мать научила ее читать и писать. Reading. Читать. Reading. Читать.
from her mother. Меня особенно поразило, что она овладела мастерством чтения в такой степени, что в возрасте 8 лет она могла читать сутру Праджнапарамиты из 8000 строф два раза в день. Она овладела чтением в совершенстве. And this really reminded me of my father. Этот эпизод из жизни Мачи Клабдрон напомнил мне о моем отце. В моей семье было 9 детей. И мой отец учил читать всех нас, включая и моих сестер. Это вызывало удивление в моем селении, потому что многие люди считали, что девочек не нужно учить читать. Девочкам не нужно давать образование. Некоторые даже считали, что это вредно. Лучше посылать их доить коров и выполнять другую работу по хозяйству. Они говорили моему отцу: «Зачем ты учишь девочек читать? Зачем ты вовлекаешь их во все это?» Но мой отец никого не слушал и научил меня и моих сестер читать. Одна из моих сестер, которая живет сейчас со мной в Индии, замечательно научилась читать, и хотя была еще маленькая, каждый день читала Пема Катанг, жизнеописание гуру Падмасамбхавы. Тогда она прекрасно читала, не знаю, как у нее с этим сейчас. В связи с этим история обучения Мачи Клабдрон меня очень удивила. Не только потому, что она была девочкой и научилась читать, но также потому, что читать ее научила мать. То есть и мать Мачи Клабдрон тоже умела читать, что было большой редкостью в те дни. Похоже, что ее мать происходила из богатой семьи, и, возможно, поэтому у нее было больше возможностей получить образование. Несколько позже Мачи Клабдрон начала учиться у монахини, которую семья Мачи Клабдрон считала своей семейной наставницей. Object of offerings. Чёне чизо, инжил. Та чизо. Чёбене. Family guru. Family guru. Family guru. So this Мачи Клабдрон relied on this nun. Эта монахиня была гуру для всей семьи. She was teaching her reading and was extremely impressed by her progress. Монахиню сильно впечатлили способности Мачи Клабдрон. И как-то она сказала ее семье: «Я думаю, что ваша дочь не просто девочка, а настоящая дакини. Ее знания и мудрость подобны пылающему лесному пожару. И поэтому я хочу дать ей имя Шерап Дронме. Светоч мудрости». Я, да, не зерва.
Жене, да, гону чуру гидинду, не бе, кашуэр, да, чатанду, чатансяри, саждали чуэне, те, пазе, те, дюн, чабагмуши, джин, сади, имре, те, дюн, чабагмуши, джин, гидинду, не шуне, не сирбги, пориду, симбе, юм, гинди, дюсум, я, те, лобжона. Юм гендин дюзм юба. Те теле алобжона. Ласан. Коно чуру гудинду. Ласан. Тене чикбе тони лобжон нансон нара. Барде те чабан уши джен гунду. Чабан уши джен ласан. Те дюн юба, чабан уши джен. Те дюн юба. Ласан. Ти гунду ни чи не. Ласан. Юм гендин дюзм ла лобжон сэм. Ласан. Нен сача ли да. Сача ли. Чатан. Чатан ласан. Когда Мачик исполнилось 16 лет, она отправилась в район Тратанг, где изучала сутры Праджнапарамиты, краткую, среднюю и обширную, под руководством открывателя сокровищ Тиртона по имени Драпан Гонше. Yeah, his name is Ngun Shijin, Chabang Ngun Shijin. His name was Ngun Shijin. Chabang Ngun Shijin, Chabang Ngun Shijin. Oh, Quran means Chabang Ngun Shijin. Oh, that's all. They're doing Ngun Shijin, are they? He's dead then. His name is Chabang Ngun Shijin. Chabang Ngun Shijin, that's all. So his full name was Chabang Ngun Shijin. Ngun Shijin, are they? Chabang Ngun Shijin. Oh, that's all. So, another correction. His full name was Chapa Ngunshi. He's dead dun, dead dun. And he was a derdun, or a treasure revealer. Yeah. Then he lobjong shabris. Yung gindin dusum lobjong shabris. Lazara. Yung gindin dusum lobjong shabris. Lazara. The studying Prajna Paramita gave the Duba the Dingwa. Lare. The Lobjong Shabris. Lare. Lapsaso. Lapsaso. Okay. 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 Da? Tene, Sene, Kanda, Kong, Chida, Rabdu, Chungyo, Marati, Inaya. Так он уйдет, я бы его видел, роду чего тела бы, течет вору, ты чего реста? Ласан. Да ты че не, это кёдён сонам лама сади, я казан сади, кёдён сонам лама сади. Кёдён сонам лама. Да ты че не, ты сижие ги гибади, то ты кёдён сонам лама чуни шуберва. Ласан. Кёдён сонам лама сади. Каре ги гиба. Сижие ги гибади. Сижие ги гиба. Там же Dunghe shijig yuwa jiyorwa, tati kyodion sonam lamme chungni shubirwa, maji lab dungi. Tine yudhisane, tati kyodion sonam lamme chungni. Kyodion sonam lamme, diida, di ngen dus lab janba. Lasam. So she studied the extent. Итак, она изучала сутры Праджнапарамиты под руководством Тиртона по имени Драпан Гонше. Драпан Гонше, the Tirton, and then later, from the master known as. А затем от учителя Санама Ламы она получила передачу учений Шидже, истинной дхармы, умиротворяющей страдания. Гумдруб я мангбудзэй им это. Гумдруб мангбудзэй. Гум, я мне дуба мангбудзэй. Та дизеля, не, гонда нишу цосум на чунбэ кавлия, та тэба бадасэй аж дуа, тэба бадасэй аж. Ласан. Мизик. Тэда нямду бэ карасэ чансэ гэбзэ дэбрэс. Ласан. Тэба бадасэй ади, муне чэна, кашэ гэда пэбарэсэ гэвардэ, не, муне чэ бэнда, пасэ гягар ми им это. Ласан. Гягар ми. Ji sangye tuebe juba le sikwa, sangye tuebe sa ji idam ji yorba, ji juba le sikwa. Che zang, te dang chansi rup gyab che, chansi gyab sa mara ta,
Да, Then when Machik was 23 years old, когда Мачик исполнилось 23 года, она встретила наставника по имени Тодпа Бхадра и стала его супругой. Некоторые говорят, что Тодпа Бхадра был тибетцем, но на самом деле он был индийцем. Он считался эманацией Идама Сангье Тодпе, Будды Капалы. Будда Капала. Together, Magic and Tupabhadra had three children. У них было трое детей, двое сыновей и одна дочь. Ну да, там отлия, конги да каршуда чи. Тупабхадра чоне. Ян конги се тезу каршуда чи. Согорба, та конги би согорба. Мазила уже чипи согорба. Ты не идешь на дедеку, конги я могу сюда чон. Ан таро конло суши кабле. Ян коала кёва кене. Ян гер чик не не меле я. Чуба кёен дели пебрес. Ласа. Табане сары камала соба тезул чуба кёен пебрес. Мачики. Угу. Ласа. Суши суши кал. Ласа. Суши суши ласа. Угу. Тане дингла. Lots of questions. Maybe after some while. Lesson. Some while, then his husband is died. Lesson. Then she need to take care of the three children. Lesson. It's some hardship, you know. Lesson. Yeah. So, just rewinding a little bit. Вернемся немного назад. После того, как она получила передачу учений Шидже от Санама Ламы, она стала усердно практиковать. Затем, когда ей было 23, она встретила наставника по имени Тодпа Бхадра. У них родилось трое детей, но через какое-то время Тодпа Бхадра умер, и ей пришлось самой растить троих детей. Ей было очень непросто в одиночку нести всю ответственность за семью. Когда Мачик Лабдрон было 34 года, в ее сердце зародилось чувство непреодолимого отвращения к самсаре или отречения от самсары. Она оставила свой дом и ушла в удаленные места, чтобы практиковать в затворничестве. Чилу, чик тон ни гё, чуме чик цы, дебава, гумбазон имбида. Ласан. Татилин не ада, мэтюмба низ юмбудус, чунлу дан дэлу ла. Ласан.
Минжава не юнг дэй дуус, дэнэ сэгдуа. Да, дэ зуус юш, да, дэ зуус сяо ма да. Ласа? Да, ханда я? Чикдун нигя. Чикдун нигя чуме, чуме чик. Чуме чик. Дэ дэ. Чуме чик сэна? Чуме чик сэна? Zero, one. Zero, о, ласа. Чуме, ласа. Чуме ба. Ласа. Чэзан, да дигал я, кажу я, да? Так анда я чё сяди, пози, маче куранги бе, кажу нямсу нёвы чё ре сундуа, чё сяди, зоди, мажи лабдён куранги, так кажу я, да жи, чё, зоди, жи пруду чимбеге, тёнди зу гомбала дене, да ти, кажу я, тоба гюль чуне, тиги нямсу нёвы нём чё ре, нёвы чё ре, да мисеручи, да пози, нар дягала, пед ёнсу мара бандручи. Да, я уже матрабы сам работал, да, чик, ты здесь тут кашу, ты газ, шучим бы меня брать, да, когда, я вам сунул чё рез, когда, через на это куран я вам сунул чё рез, когда я так, когда я конги гибать не мачене, чё чик не кашу это, чи, пумеги кашу практичные, ты зюги да кашу это чик кашу, чи ярге юале, пендо ручи чонр ба. Он да, она же чуете, она же чудо жиме, там зеле я, кабья чумаре. Ласа. А ты не видишь, она, ты джунзель ден, так когда зачем бы сюда чумарес? Ласа. Да, люди сюда сидят, там мама все гусры. Ласа. А мама все не обо мы да. А ранее ты же чупа шоса. Then by some accounts, in the end, Machik Labdrin passed away in the year 1201. Хотя существуют разночтения относительно дат ее жизни, согласно наиболее распространенной версии, Machik Labdrin умерла в 1201 году. Есть две основные версии дат ее жизни, но нам здесь не обязательно вдаваться в такие подробности. Традиция Чёд, основанная Machik Labdrin, это метод, благодаря которому достигается прямое постижение смысла сутр Праджнапарамиты. Постижение смысла сутр Праджнапарамиты проявляется в потоке ума практикующего. Эта традиция не была распространена и широко известна в Индии. И когда Machik Labdrin стала ее распространять, то это имело особое значение для женщин, которые стремились к практике дхармы. Ее усилия оказали большую помощь практикующим женщинам в Тибете. Позднее эта традиция чёд стала практиковаться во всех школах тибетского буддизма. Можно назвать эту традицию священной и драгоценной. Я думаю, это все, что я хотела рассказать об истории практики чёд. Сейчас мы можем вернуться к обсуждению наставлений по ретриту. Я, да, ты не... Кажу, да... чуваки, чи, мы еще чуваки, а, да, нима, чубатиле, пазимре, да, нима, чубатиле, да, чуваки, чи, мы еще чуваки, нямле, чуваки, а, да, пенечи, люзинле, соба, чуваки, а, чи, самотонда, лучи, ты не зимра. Ласа? Люзин, ты не зимра. Ласа? So now we're at the point of the eighth Karmapa's explanation. Итак, мы дошли до наставлений восьмого Кармапы по шестому дню ретрита. В этот день мы приступаем к непосредственному выполнению практики чёд. Он приводит размышления, сопровождающие практику подношения тела, практику даяния собственного тела. По-тибетски она называется люджин. Дела до денде, а до неда тенде, а до чисунь ба, жива? Ласа. Тене, тен, тезам до масе бе,
First, we begin by reflecting on how all sentient beings, limitless as space, мы начинаем с размышления о том, как все живые существа, бесконечные как пространство, стремятся к счастью и хотят быть свободными от страданий. В этом отношении все они равны. Not only that, we reflect on how all sentient beings have been kind to us. Мы также размышляем о том, что все существа были добры к нам, помогали нам в прошлом, были нашими благодетелями. And thinking of them in this way, we realize that. И размышляя так, мы понимаем, что все они заслуживают нашей щедрости. All of our generosity. In terms of all of the positive things that we possess. Мы осознаем, что должны разделить с ними все ценное, что у нас есть, включая наше тело, речь и ум. Живые существа заслуживают любых видов щедрости, которые мы можем к ним проявить, и потому мы должны быть щедры к ним. Существует два вида щедрости, которые мы можем практиковать — временная и абсолютная. Практикуя временную или краткосрочную щедрость, мы даем живым существам то, что может освободить их от страдания жары, холода, голода и жажды. Мы также тренируем свой ум, размышляя о примерах щедрости из жизни великих бодхисаттв прошлого. В жизнеописаниях великих бодхисаттв есть история о том, как они добровольно отдавали свое тело другим живым существам, даже если их враги просто шутили с ними или дразнили их. Есть история о бодхисаттве, которого дразнил его враг, говоря: «Отдай мне свою голову». И без колебаний и малейшей привязанности
Итак, был бодхисаттва, которого дразнил его враг. Он говорил: «Отдай мне свою голову». И бодхисаттва без колебаний и малейшей привязанности отсек себе голову и отдал ее этому человеку. Его святейшество говорит, что должно быть речь идет о чуде. Ведь бодхисаттва отсек себе голову и потом отдал ее врагу, который об этом просил. Наверное, я как-то неумело это сформулировал. Итак, если говорить о временной щедрости, то если что-то может принести хотя бы малую мирскую пользу живым существам, то мы стараемся поделиться этим, невзирая на привязанность к своему телу, жизни или имуществу. Размышляя об этом, мы пытаемся тренировать свой ум. Нам сложно сразу же уподобиться великим бодхисаттвам, но мы тренируем свой ум, чтобы развить способность к практике временной щедрости. In terms of ultimate generosity, we consider the highest benefit of all sentient beings. Для того, чтобы развить абсолютную щедрость, мы размышляем о высшем благе для всех живых существ. То есть мы не просто пытаемся освободить их от голода или жажды, а размышляем об истинном благе, которое заключается в счастье, свободном от страданий. And if we were willing previously at the stage of Если ранее на стадии практики временной щедрости мы были готовы отдать свое тело, речь и ум,
а также все корни добродетели живым существам, чтобы принести им небольшую пользу, то сейчас, практикуя абсолютную щедрость, мы безо всяких сомнений готовы отдать им наше тело, речь, ум и все корни добродетели ради достижения ими освобождения. For the sake of accomplishing the great benefit of their attaining the state of liberation. Мы стремимся к этому естественным образом. At this point, чувствуя, что просто должны сделать это. Compelled to give these things to sentient beings, that it becomes a choiceless matter, that we have no choice but to give all of these things away to sentient beings. Imagine Gami. Like naturally you want no hesitation, no reason to cause don't give. Sama. Jadi tu yang kuras. Chung la dasar, tu cembala tenggar bata. Lareng. Tapi angge tu auto meeting tu yang kuras. Di choiceless ada yang sama-sama dalam tu kau nurut. So we give without hesitation. Мы делаем это без колебаний. Feeling completely автоматически, чувствуя, что просто обязаны совершить этот акт даяния. Giving all of our bodies. Мы отдаем живым существам наше тело, речь, ум, богатство, а также все корни добродетели, которые мы накопили на протяжении трех времен. Along with all of our roots of virtue. Это выражение, а также все корни добродетели, имеет особое значение. Когда мы отдаем наше тело, речь, ум и все богатства живым существам, чтобы принести им высшее благо, это также принесет пользу нам самим в виде накопления заслуги от такого акта даяния. Однако, вместо того, чтобы испытывать цепляние к накопленной заслуге, мы отдаем живым существам и ее также. И заслугу, которая возникает от того, что мы поднесли накопленную заслугу, мы вновь отдаем живым существам. Мы не оставляем ее себе. Этот процесс продолжается бесконечно. Мы продолжаем отдавать бесконечную заслугу бесконечному количеству живых существ. Здесь мы не цепляемся за свое «я». Мы отдаем все, что имеем, свободные от колебаний и от цепляния за свое «я». Это то, в чем мы пытаемся постепенно упражнять свой ум на этом этапе, начиная с малого и затем постепенно увеличивая способность нашего ума отпускать, отдавать. Part of others. Part of sentient beings. Or maybe Jengxin Jibu Chandu Yubinza, Tigun Zen Dene, Dakabani Gabe Pardo,
чини каржуе чон сибжиншела пен добро ди мизеба automatically naturally just тене тене сибжин тен дубе каржуе ди interest сомро да чоа дан даганази каржуе devotion да нен даганази brave ниндоб дан тен даганази зунжу диге ди сомро кеване чеваля жим жимшин коне комбеду чине ласа If we become familiar with training our minds in this way, если наш ум к этому привыкнет, то способность к щедрости будет сопровождать нас из жизни в жизнь, и мы никогда не утратим ее, не расстанемся с ней. Usually what happens is that we don't relinquish our self-fixation. Обычно происходит наоборот. От жизни к жизни единственное, что мы не утрачиваем, это привязанность к «я». У нас меняются тела, но цепляние за «я» остается. Однако, приучая свой ум отдавать, отпускать, мы все больше и больше увеличиваем его открытость. И эта открытость сопровождает нас из жизни в жизнь. Такая склонность к заботе о живых существах, число которых велико как пространство, не будет утрачена, даже когда мы перейдем в следующую жизнь и обретем новое тело. Так происходит потому, что, приучаясь заботиться о живых существах, мы становимся их частью. Стираются различия между тем, что мы считаем собой, и тем, что мы считаем другими. Тем, что, на наш взгляд, полезно для нас самих, и тем, что полезно для других существ. Мы более не делаем разграничений между нашим телом, речью и умом и телом, речью и умом всех живых существ. Эта готовность заботиться обо всех живых существах и проявлять к ним щедрость будет сопровождать нас из жизни в жизнь и будет постоянно расти. Эта готовность трудиться на благо всех существ, способность считать себя частью всех живых существ, приверженность служению их благоденствию, а также смелость, мужество и усердие в трудах на благо всех будут естественным образом сопровождать нас из жизни в жизнь, постоянно возрастая, пока не станут безграничными. Ты тезом едунас, да, тез, тез, она, да, до зимы, синю, пумбунаде, кажу это, теян, это кажу это, да, до тунгуманес, да, бенеджи, да, до зимы, синю, пумбунаде, да, тамбо, джинге, пумбуда, джинге, джигсарб, джинга, да, до зимы, уорва, и не, ты тезом едунас, ан дад зибиси пумунга бодя ан не гажуре нададу тунгу марас ласа нададу мтонга имби неги дин гажуре та гажу чанжу сэмба лоджи чева намгис та чанжу сэмба бе гажу вамбу номбу намги куран пумбола дамеба ранг пумбола дамеба тоба чидава Дени семьи, сен, те пумбунгавал, да, мы вам отдавали, да, там дела, мимики, низи, чем в гене.
Тене рангин года людан камбатонади, а дюматови, ко дюматовиуги, там года люда камбару тоне, тенди дюматови года люда камбару тоне, те тонала, они бы нам кала жмут, типа, там мадо бег, мы бы ранзенба, тенди же тонго марис. Да сам. Тенди индустан ди дюнзен тене, та телея ди са, чанжусан бован бунном бунномки. Людей я лала соба джимба там коле, да пази дунгена соба каюнгую замане. Да сам. Да дри тонди гисе. Да канда да диди я тоби кичере. Да канда я. Тени джунгую эсаре, да. Да канда джоди. Да ду джимби не моро джогу орба. Да сам. Тени дюсане. Жанг тада да ду джимби синю ду кюби пумбун абатела. Наза да ду та юнгу. Да ди ве каржу Тунгега цаваару чиге орба. Да ди дэнзинги шинью пунбунга бодде, ада дадо маде бачи. Тэбэ тэмэ ду сэмчэн шиэнла ба тангша дю. Анэ ди шуги го дэнзинг дэ лэя нэжэ ду чинэ. Го дэнзинги шинью дэ гаржуэ ладжу дю сэн, а го дадо зэбэ го лэ шуг скэ ёмар ба. Ласам? Ада дэнэр бачи юнгэ гэйусэр. When we've reached that point, the five skandhas, когда мы достигаем этого, пять сканд, которые ранее были основой нашего цепляния за «я», более не видятся как «я», прежде составлявшее предмет нашей навязчивой озабоченности. Прежде, созерцая скандхи, мы говорили себе «я, я, я». Но теперь эта связь больше не работает, потому что скандхи, к которым мы раньше привязывали свое «я», больше не видятся как «я». И поэтому о бодхисаттвах, наделенных великой мудростью, говорится, что они видят природу пяти скандх как лишенную самости, то есть видят истинную природу вещей. И поскольку они видят это, они могут относиться к другим живым существам с великим безобъектным состраданием и осуществлять даяние тела. Когда они практикуют щедрость, поднося свое тело, включая голову, ступни, они ясно видят, что тело, которое они подносят, это не «я». Оно не имеет самосущего бытия. Для великих бодхисаттв такой акт щедрости, подношение тела, для них такой акт деятельной щедрости подобен рисунку в небе, который не существует как нечто реальное. Эти бодхисаттвы обладают очень тонким восприятием, однако не испытывают страдания, когда подносят свое тело, вне зависимости от того, каким именно образом совершается это подношение. Но это уже очень высокий духовный уровень. Когда мы тренируем свой ум в совершении подношения тела, мы должны убедиться в том, что это служит противоядием от нашего цепляния за «я». Эта практика служит противоядием от цепляния за «я», потому что мы отдаем то, что прежде считали своим «я», считали собой. Таким образом, устраняется сама опора, на которой зиждется наше цепляние за «я». Когда мы совершаем этот акт даяния без колебаний,
без малейшей привязанности к телу, когда мы отдаем его другим, то это устраняет опору, на которой зиждется наше цепляние за «я». А когда у цепляния за «я» не остается опоры, то это по-настоящему его разрушает. Please drink some water. Okay. I think you are very, how does it, one point, then forgot to drink water. I think. So, this is the practice that we do on the sixth day. В этом заключается практика, которую мы делаем на шестой день. Сначала мы зарождаем мотивацию, основанную на бодхичитте, а затем делаем практику чот, совершая визуализацию подношения своего тела. Далее мы перейдем к описанию седьмого дня практики. Когда я говорю о практике даяния своего тела, я имею в виду практику визуализации. Я попросил Его Святейшество прояснить этот момент, чтобы у нас не сложилось впечатление, что мы здесь должны действительно совершить даяние своего тела. Я сказал, нет-нет. Я сам не могу это сделать. Я это визуализирую. На этой стадии вам нужно породить соответствующую мотивацию, а затем переходить к визуализации. Мы просто представляем, что проходим все стадии подношения тела, разрезаем его на куски и так далее. На этой стадии достаточно визуализации. Если вы собираетесь действительно поднести ваше тело, то я не беру на себя ответственность за это. Я не телопа и не смогу вас исцелить. Окей. Tomar cegoya di karesana, ane gulon di.
세다바드 계신 분을 했어. 다만 제거해야 돼. 모아도 계신 분을 했어. 라서. 딱 그런데 계시의 균증 가라서는 최소 최소 로만도 사디 그런데 토대 얼마. 라서. 티브 지중사나요? 그런 거 개발해. 라서. 다음에 신지 가져야다. 아, 드레인 유산 디 균증 때네 최소 로만도데. 그런 다마다 그런 데 최대 튜머 튜 대라 따고 예배 인도사네 그런 데 계신 분 예수 라서 아 드네 주도 차와드 가르스나 모아드 계신 분 예수 장기 사베 기와디 라메 전주 신비 그런 로만도 사디 아니 모아들 가르스베 모아들 라레디 거르스 라서 다디 some the driver and the driver driver mhm and the charge team be chosen roman to say that the water ran in the honest mhm jezang wa de shin to ke shom la sa deni bu ti mhm wa chue nyam le jing jing wen ne da na ma je du mi ro wa de deni bu de yin ba da da ba da ba ba da dam ne mang wa ro da ngu shi la da yin ne ko nyam le dam ne mang cha de yin ne тин жугду чава онду чава дин жугду чава нибуди кадю инея тиба чимбю кабли инеаре ня нидур ранге тиба кабли инеаре у ня ранг тиба калда та ngwada sita cha yugi marwata та ба зо зо тиба чимби кежеру жо та тиба чимбю кабли инеаре санга дожи тиба гюи тиба кабли инеаре дибу тиба кабли инеаре кадю инея ди нямлен кэджи чави инея бена чи мани чи чи ма до ма дебе инея баса та томе 그래서 글론데다 죽 모아드니 계셔 말해서 맞아. 등이 창나 난 뒤에 지금 주어 노래서. On the seventh day, we focus on dedicating. последний, седьмой день. Мы занимаемся посвящением заслуг. То есть посвящаем все корни добродетели высшему просветлению. Мы делаем это согласно ключевым наставлениям по тренировке ума, в которых говорится, что существует два основных действия, о которых никогда не следует забывать. То, которое в начале, и то, которое в конце. В начале мы зарождаем правильную мотивацию, а в конце посвящаем заслугу. В учениях говорится, что именно мотивация определяет, является ли наша практика истинной дхармой или нет. Именно мотивация определяет, соответствует ли наша практика уровню Махаяны или Хинаяны. Поэтому зарождение правильной мотивации в начале совершенно необходимо. Особенно если мы хотим, чтобы наша практика была истинной практикой Махаяны, мы должны зародить мотивацию бодхичитты, стремление достичь просветления на благо всех живых существ, бесконечных как пространство. В конце мы посвящаем заслуги. Какие бы корни благодетели мы ни накопили, мы посвящаем их достижению непревзойденного просветления на благо всех живых существ. Именно то, как мы посвящаем заслугу, определяет, приведет ли наша практика к результату, достижению непревзойденного просветления. То есть мотивация определяет, является ли наша практика истинной дхармой, а посвящение заслуг определяет, достигнем ли мы результата практики, к которому стремимся. Посвящение заслуг подобно водителю машины, от которого зависит, доедет ли она до пункта назначения или нет. Мотивация в начале и посвящение заслуг в конце — это два очень важных момента. Мы никогда не должны забывать о них. Существует множество наставлений о том, что мы делаем в контексте основной практики. Ее содержание может меняться в зависимости от обстоятельств. Но мы всегда должны предварять практику зарождением бодхичитты и завершать ее посвящением заслуг на благо всех живых существ.
Именно так мы должны поступать, практикуем мы Махаяну или тайную мантру Ваджраяну, практикуем мы колесницу причины или колесницу результата, даже если мы просто произносим один слог мантры «Ом Мани Падме Хум», мы должны предварять его зарождением бодхичитты и завершать посвящением заслуг.
Some teacher says, maybe if you think like that, maybe they have some sort of wrong views we'll get. Я уже почти готов совершить подношение своего тела. Очень длинно получилось. Приношу извинения. В учениях говорится о бодхисаттвах, что даже пока они остаются обычными существами, следующими по духовному пути, каждое действие тела, речи и ума они посвящают на благо всех живых существ. So, this determines whether or not we have. Именно этим определяется, вступили мы на путь Махаяны или нет. Сердцем пути Махаяны является зарождение бодхичитты. А бодхичитта, по сути, это памятование о благе других, стремление к тому, чтобы все живые существа достигли непревзойденного просветления. Размышляя о том, как Будда осуществлял собрание накоплений в течение трех неизмеримых кальп, мы должны понимать, что он делал это не для себя. Он осуществлял собрание накоплений в течение трех неизмеримых кальп, чтобы принести как можно большую пользу живым существам, чтобы установить связь с бесчисленным множеством живых существ. Более того, он стремился достичь результата просветления не ради себя, а ради блага всех живых существ.
И когда он в конечном итоге достиг просветления, это не означало, что его труд на благо живых существ был окончен. Ибо, достигнув состояния Будды, он смог приносить пользу живым существам с помощью своего тела, речи, ума, качеств и деяний беспрерывно. Телом, речью, умом, качествами и деяниями Будда беспрерывно приносит благо всем живым существам. Они нужны именно для принесения блага всем существам. Поэтому мы не должны думать, что когда мы достигнем просветления, наша задача будет выполнена. Ибо Будды продолжают трудиться на благо живых существ даже после того, как они достигают просветления. Иногда говорится, что состояние живых существ — это малая самсара, а состояние просветления — большая самсара. Так говорится, потому что продолжительность существования живых существ ограничена, ибо придет время, когда они станут Буддами и освободятся от самсары. То есть с этой точки зрения самсара ограничена по времени. Это малая самсара. Но когда мы достигаем просветления, то начинаем трудиться на благо живых существ беспрерывно. Тогда самсара становится нашим постоянным офисом, а работа в самсаре — видом нашей постоянной деятельности. American missionary, pastor, what do you call that? Citizen. Oh, citizenship. Citizen medal for the Buddha. So the Buddha becomes. В связи с этим я думаю, что мы должны дать Будде постоянную самсарную прописку. So with this value of helping other sentient beings in mind. Переполненные стремлением помогать живым существам, некоторые бодхисаттвы говорят, что они не хотят достигать просветления, а хотят остаться в самсаре, чтобы приносить пользу живым существам. Они ценят только одно — возможность приносить пользу другим. Некоторые учителя предостерегают нас от неверного понимания этого высказывания. Дело в том, что Будды и Бодхисаттвы отличаются в своей способности приносить пользу живым существам. Если начать с обычных существ, мы можем сказать, что они могут приносить пользу другим существам, но эта польза очень ограничена. Они не могут принести большую пользу. Бодхисаттвы, в свою очередь, могут приносить большую пользу живым существам. Но все же некоторые вещи, которые они делают, не приносят пользы живым существам. Когда же бодхисаттва становится Буддой, абсолютно все, что он делает, приносит пользу живым существам. Нет ни одного действия, которое было бы бесполезно. С этой точки зрения, просветление — это высший способ приносить пользу живым существам, потому что вы приносите пользу непрерывно. И нет ни одного действия, совершенного вами, которое не приносило бы пользы. Бодхисаттвы так сильно хотят остаться в самсаре, потому что они переполнены заботой о благе живых существ. Единственное, в чем их ум находит удовлетворение, это помощь живым существам. And in relation to this, the master Gutsangpa. No, Yanggunpa. Oh, sorry, Yanggunpa. Sorry, the master Yanggunpa. В связи с этим мастер Ямгунпа как-то сказал: я останусь в глубинах самсары. Мой враг, состояние Будды, держись от меня подальше.
Он считал состояние Будды своим врагом, поскольку беспокоился, что когда достигнет его, то оставит самсару и разлучится с живыми существами. По-видимому, он принимал состояние Будды за индивидуальную нирвану. В действительности состояние Будды не является индивидуальной нирваной, но у нас может возникнуть такое воззрение. Ложное воззрение, что состояние Будды — это индивидуальная нирвана. И если вы приравниваете состояние Будды к достижению индивидуальной нирваны, то на этот случай Ямгунпа делает пожелание, говоря: «Мой враг — состояние Будды, держись от меня подальше, чтобы иметь возможность оставаться в сансаре ради блага всех живых существ». Я думаю, это все, что я хотел сказать в связи с наставлениями по семидневному ретриту по практике чот. Я не сам выдумал эти наставления. Я опирался на учения предшествующих учителей линии Кагью и объяснил их вам. Если вы серьезно отнесетесь к этим наставлениям и будете применять их на практике, то я надеюсь, что это принесет вам большую пользу. Но не стоит думать, что если вы сделаете этот семидневный ретрит лишь однажды, ваше задание будет выполнено. Я даю вам не разовое, а постоянное домашнее задание. Правда, я сам не люблю делать домашние задания и не делаю свое домашнее задание по английскому языку. В завершение я хочу сказать несколько слов благодарности. Мы, тибетцы, говорим «я хочу сказать 2-3 слова», а потом говорим целый час. Italian. I don't know. It's okay. Morang je jaza telia mise. Ta morang ne ji kaju jawan gamba ba kunji juru bala. Ta deba cha de bulu chi. Tele je ta de zang xin xin bulu jing ye mang bu xi da xie guai su. Jaza an ta ji ne ji kaju ye.
ngaranya da ji kama bukun di jubin bare sa ru da min ji yo bin sa ti je ta ne yang ger de ba cha ne a ra ba du de ri de ka ju ji marai ne ji chu yo to lia be to na ru sha du s to na a de ju sa ne chu yo ge be ka ju ji chu ba min yam gyu zin cha ge be ka ju de sim ge la sam chim bu du s Lassam. And the young age is very serious. Lassam. And Korangi, the lega, walk, disulinia, Mamba Mutu in Rang Jabjo, said to be joyous. Lassam. And Labardu Tarinde, and a jerk, one that goes with the teaching of Chia, Koga Chumbadi, Narangango and Shabina, the Gabba Sambu in some use. Lassam. That you gave us some one day, so the Morangi Kashway, the Nega, request. Lassam. Chevinza, tell the Chumbayza, Mr. Tuchi Shuans. Lassam. Yeah, Kazanga Shubinazi, Chidanga Chundu in the jail, Gawi. Lassam. Until this leg in Devon, you saw a summer of the dig, the feeling of the tower of the Yungu. Lassam. Yina, Chung was Chia Chungamata, Sugumale, Gomben and Chen Dungare. Nyemba mandobe, ngwe sozu tsola chi ni dunya chung yomare. Lassam. Chue wang gunyu yomare. Lassam. Wang pe korang tongba tingzambre. La. Wang ge beche yorba. Lassam. The first time to see this time. Lassam. Che zang, kanda ya di che zang, di de gebe garzu gyugen rebu sangbo chungba de, di li che zang, morang liya misi to chi shuayin. Lassam. Nga dana ji kwaan, dara mandala dan de ji dan is ji ka ju de ya ja bi yo chen ge de de sponsor jin da dan de ga song lu le ya ye ngue ne tu shi shuai is da sa ten chu bu gong beng nang du den ba den yong yu ni na ya no da sa den ba ya never no they're doing the puja every year da sa But I'm not attend Lassam. Puja. Lassam. Lassam. I'm going to The main condition for all of these Главным условием того, что эти учения и посвящения состоялись, была просьба Ламы Цултрим Алеоне. У Ламы Цултрим Алеоне была очень сильная связь с 16-м кармапой. Все вы знаете об этом, поэтому мне нет нужды распространяться на эту тему. И поскольку мне было дано имя 17-го кармапы, у нее возникло желание воссоединиться с кармапой, создав со мной связь в Дхарме. У нее большая преданность к учениям Чод. И она упорно трудится, чтобы сохранить преемственность учений и практики Чод. И делает это с чистым сердцем, чему я глубоко сорадуюсь. Я искренне надеюсь, что буду иметь возможность поддерживать ее деятельность в этой сфере и в будущем. And from a personal perspective, I feel grateful to her. Лично я чувствую к ней признательность за то, что впервые получил возможность дать посвящение Чод. So I feel very fortunate to have had this opportunity. У меня не было бы такой возможности, если бы не ее просьба. And therefore, I'd like to. Поэтому я хочу выразить ей свою особую благодарность. Thank you.
So from the time I was young, I had a great interest in the practice of Chö. С ранних лет я чувствовал большой интерес к практике Чёд и определенную связь с этой практикой, возможно, кармическую. Но у меня никогда не было возможности практиковать Чёд или дать посвящение Чёд. В моем монастыре Цурпу в Тибете каждый год проводили ритуалы по практике Чёд, но я так никогда и не смог их посетить. В действительности, благодаря этому посвящению, я впервые увидел сам текст посвящения, поэтому я очень счастлив, что мне представилась такая возможность. Я также хотел бы выразить признательность организации Тара Мандала за всю работу, которую они проделали, чтобы организовать эти учения, а также спонсорам, благодаря которым эти учения состоялись.
Маранзубе ло джангсе сусуе да люна исум геве цава да джеба тамзе магюрсимзе тамзе гетенду ото баребзи кугу аресу. Ласан. I'd also like to thank all of the people that came here from various parts of the world, from all directions. Я бы также хотел поблагодарить всех людей, которые приехали сюда из разных частей света. Большинство из вас приехали из-за границы, проделали очень долгий путь, преодолев много трудностей и приложив много усилий. You know, going under at great expense to. Вам пришлось также потратить немало средств. And I think this is a really great example of going. Я думаю, что это очень хороший пример принятия прибежища в Дхарме. Ибо причина, по которой вы приехали сюда, заключается в том, что вы считаете Дхарму и особенно учение Чот очень ценными. Понимая их ценность, вы прибыли сюда. Так что это прекрасный пример искреннего обращения за прибежищем к Дхарме. В этих учениях также принимают участие монахини, которым тоже пришлось превозмогать трудности, ежедневно приходя сюда на учения, а затем по вечерам возвращаясь в свои монастыри. Я хочу поблагодарить вас за участие. Что касается заявления о том, что эти учения предназначены прежде всего для практикующих женщин, важно понимать, что в практике Дхармы пол не имеет никакого значения. Дхарма означает работу со своим умом, а у ума нет пола. Он не может быть ни женским, ни мужским. Однако учения Чот, которые мы здесь получали, принадлежат к женской линии передачи, берущей свое начало от великой наставницы Мачик Лабдрон. Благодаря ее доброте мы смогли получить эти учения. Она — воодушевляющий пример для женщин, желающих практиковать Дхарму, поскольку достигла полного просветления в женском теле. В некоторых обществах женское рождение считается низшим, и из-за такого коллективного настроя, превалирующего в обществе, женщины могут чувствовать себя неспособными практиковать Дхарму. Однако так не должно быть. Мы должны чувствовать еще большее воодушевление, думая о таких практикующих, как Мачик Лабдрон. Поэтому, когда женщины практикуют Дхарму, они не должны сомневаться в своих способностях. Наоборот, они должны гордиться ими. Когда я говорю «гордиться», то имею в виду полезную гордость, означающую уверенность в своей способности практиковать Дхарму. Когда мы практикуем Дхарму, эта гордость должна увеличиваться. Если мы думаем, «я не могу сделать этого, у меня не получится», то это не самая полезная мысль. Она служит препятствием в нашей практике Дхармы. Я даровал вам эти учения, чтобы еще больше воодушевить вас на практику Дхармы и помочь вам обрести уверенность в своих способностях к практике. Мне кажется,
То, что мы собрались здесь с целью получения таких учений, это подношение, приносящее радость всем Буддам и Бодхисаттвам, а также Мачи Клаб Дрон и всем наставникам традиции Чод. Важно, чтобы вы стали достойными держателями этих учений, чтобы обеспечить непрерывность линии их преемственности. Вы можете сделать это, применив эти учения на практике, продолжив тренировать свой ум, всеми силами задействовать в практике свои тело, речь и ум. И, конечно, в конце вашей практики очень важно посвящать заслугу на благо всех живых существ, некогда бывших нам матерями, число которых безгранично, как пространство. Very kind to us. Program di orba. Lasam. Ya di sana sam-sam di space. Lasam. Kora korma kor bici di intang mandar bici orang di orba. Lasam. Jadi ada antara di dozon bici di manusia ini di bici ne wemba nyam gawa. Tapi bici nyengar di sana ya boleh sesam. Lasam. Nyengar putih jis dia eser dah. Lasam. Tapi di sini dia ini bici desa di sini tak. Lasam. And you know the young as the to make the big cashway bear cash environment center of Koga Chazan Nam in Dusane. That day in Bidden Cashway, Michelia, Missa, now something when it's cashway, two chishuola, got a chishuola. Lassa. And the cashway Jidan the Kamjurubuchi, the Kukomane, Kamjurubuchi Kukomanche. Tene jusane da penang ye amad ye amad ruba gaju ne chume dirda. Ruba gaju chaba chidan chila, baji amag ruba gaju xianguo zhi yu samane. Xianguo erba, ngan ruba gaju, ngan kamba gari samay jorba da, semna. Da ting ye amal beme ji yorda. Very strong, how to say, devotion. And also, identity. Ansu di gombe gida leje batang, dan ane di tari kian sangun lo liade, di ne wen ba yin sa ta sa kan da jita shi da mendo wa, jia sa kala da sangun lo kian sa jiti che ya le, jizu mar ba yun na kian sa lo pa ji ra gu ma re sangun, yana chue chi, yana to gu chi sun lo wa.
Надо что-то только никак не делать умеешь он. Мабе. Та тари, а мабар лазаки, хорошо мы замилали. Тари, кинан зола чеш яндус. Халас яндус. Ина мабар лазаки ли ина, мабе, я на что делаю? Халат делаю мане. Я мане халат делаю, что делаю мане. На кинан сам он ламбруши ажуша. Ты не идешь на это, ты где-то лягаешь, где самое лое, тут же чешуешься, где-то чешуешься. А это самеги, так когда мне это кончилось, мне самеги, нямду, кажу, тинжун, кажу, да, нямду руруч безучен, кажу, тинжин, тинжунки, кюхен самое лое, не, а даринди чумбаре, ты не идешь на это, там ты, бе кажу, где же чумбаре, не кавачи там, зачем бы тебе самое Меба чебина, дин-дин, тюнда чебу юнгури сангадус. Да, ты дгаз, ты намгюна син, а на ин самбарбуси, ты не зиги, не гава, ты тюн чебе, самлу мадана. Да, пеймиш да юнгмарас. Ласан. Да, ты кюранги фолд, не фолд манас. Ласан. Да, ты не зиги. Ласан. Ты не камчу рембачеги гукамаре, камчу. Джеджи, камчу рембачеги. You just translate, then I will correct. Okay. It's not correct. I can't say correct to you, but it's like help, help. Help. Support. Support. Я бы также хотел выразить признательность хозяевам монастыря, в котором мы провели эти учения и посвящение. Когда я впервые приехал в Дарамсалу, меня поселили в монастыре Гьюто. Согласно изначальному плану, я должен был остаться в монастыре Гьюто всего несколько дней, или в крайнем случае месяца. Но так уж случилось, что я живу там уже 12 лет. Сейчас, наверное, монастырь Гьюто можно назвать моей постоянной гостиницей. В Гьюто все ко мне чрезвычайно добры. Однако Гьюто — это великий монастырь своей традиции, в котором должны проводиться соответствующие мероприятия этой традиции. В связи с этим иногда возникают трудности, поскольку я ношу имя Кармапы и должен выполнять связанную с этим деятельность. А в Гьюто не всегда хватает места для проведения мероприятий, в которых участвует большое количество людей. Поэтому нам очень повезло, что Дордзон Ринпоче предложил свой монастырь для проведения этих учений. Этот монастырь находится в уединенном и очень красивом месте. Это место так прекрасно, что мне даже хочется написать об этом стихи. Ринпоче основал здесь монастырь своей линии. И это создало чудесные условия для наших учений. Поэтому я хотел бы от всей души поблагодарить Ринпоче. Я думаю, у меня есть особая связь с Ринпоче и многими другими учителями традиции Другпа Кагью. Предыдущий Камтрул Ринпоче, Дорзон Ринпоче, Чогьял Ринпоче и их Тагдены. Предыдущий Камтрул Ринпоче, Чогьял Ринпоче, Дордзон Ринпоче и их Тагдены имели особую связь с 16-м Кармапой. У меня также есть личная связь с линией Другпа Кагью, поскольку моя мать
So Drupa Kagyu. My family is Drupa Kagyu. My mother is very strong Drupa Kagyu. Моя семья придерживается традиции Drukpa Kagyu, а у моей матери очень сильная приверженность к традиции Drukpa Kagyu и к Кампагару. And very strong Кампагар. Stronger than. Сильнее, чем у обычных монахов Drukpa Kagyu. He have the identity. Такая убежденность в принадлежности к традиции, такая преданность. Поэтому я говорю обычным монахам, что они могут учиться у моей матери. Итак, я очень благодарен этой счастливой возможности провести учение здесь, в монастыре Дарзонг. Я хотел бы выразить особую признательность всем работникам монастыря и всем людям, которые трудились, чтобы приготовить для нас еду. Поскольку монастырь находится в удаленном месте, и здесь не так много ресторанов, нам очень повезло, что столько людей упорно трудились, чтобы обеспечить нас пищей. Нам выпала большая удача. Если бы мы учились у Марпы, он бы сказал, ты получишь либо дхарму, либо еду, но не их вместе. Не нужно смешивать эти вещи. Однако мы получили и дхарму, и еду. Так что мы очень удачливы. Много причин и условий сошлись вместе для того, чтобы эти учения состоялись. Это наглядная демонстрация действия взаимозависимого происхождения. Много различных факторов объединились, чтобы это произошло. Размышляя об этом, мы можем увидеть, что подобные возможности очень редки, и их трудно обрести, а потому они поистине драгоценны. Если мы будем ценить это, будем помнить о драгоценности таких возможностей, тогда от участия в них мы получим большую пользу. Если же мы будем относиться к ним по-мирски, не осознавая их редкости, то не получим от них никакой пользы. Однако, если так случится, в этом будет ваша вина, а не моя. And thank you very much. You also. И вам лично тоже большое спасибо. You should say thank you very much. Вы должны сказать большое спасибо. I'm waiting for that. Я этого жду. You are not good fan. Thank you very much. Большое спасибо, Ваше Святейшество.